Радостной и счастливой была жизнь Прасковьи Лукьяновой. Но вот фашистские орды вторглись в нашу страну. В первый же день погиб муж Прасковьи. Ее сына растерзали гитлеровцы. Гневом и ненавистью к врагу, нарушившему мирную счастливую жизнь советских солдат, наполнилось сердце Прасковьи. Она уходит в леса, организует партизанский отряд и беспощадно мстит врагу. Своей огромной верой в победу над врагом Прасковья укрепляет дух партизан. Когда из соседнего селения принесли распространенную врагами ложную весть о взятии Москвы немцами, Прасковья пошла по деревням и селам, рассказывая правду о Москве, о героизме советских воинов. И всюду, где проходила Прасковья, народ поднимался на борьбу. В одном из селений Прасковья была схвачена немцами и приговорена к смерти. В последнюю минуту партизаны освободили Прасковью. Паша. Прасковья Ивановна. Mm-hmm. Ты Феньку-то мою сбереги. А? Mm-hmm. А то она у меня совсем глупенькая. А смерти нет. Выдумали ее. Может быть, вы? Стой! Я, товарищ. А чем вы мне можете это доказать?